друзі, 27 квітня. Типа мирна акція в Херсоні. Вийшли люди. Та я зрозумів, що в нашу сторону. Дим шли на акцію, поки шли. Опа. Началось шоу. Светошумовое шоу началось. Вместе. Ой, фу там гад. Сегодня анонсировали митинги, хуитинги. Давай, побачу, куда? Такая машинка. Фу! Ты теперь понял, что мы отошли? Ай! Бачно. Что? Что в Херсоне? Происходит. Фу, кошмар. Что-то я давил. А, опять надышались гадом. Даже до митинга не дошли. О, ужас. Реально я давил. По 27 квітня сьогодні анонсували у нас референдум. Люди вирішили вийти та показати, що Херсон – це Україна. Ну, от я так розумію, що бачите, ну, вони газові гранати кинули. Люди не встигли вийти на мітинг. Це вже закидало світа шумовими та газовими гранатами всіх. Бачите, що происходит в Херсоне. Фу, якось не весело у нас. Фу. Ужас. Вот так живе окупованный Херсон. О, добрый газ. Газ весь. Позвони скоро, что ты, вызвать не можешь. Вот уличка, вот тут за эти двери. Ногу ему перебило. Сейчас я тоже не вернусь. Есть у кого?